Всем привет, друзья, всем предпраздничного настроения. Завтра у нас 9 мая, и вот 2 мая мы решили подготовить нашу шишигу к Дню Победы. Но, как обычно, все делается в последний момент. Сегодня 8, и сегодня, наверное, будет самое интересное, потому что 5 дней до этого мы пилили вот этот капот. Если в заводских условиях он делается двумя штампами, то здесь у нас куча профиля, куча различных больших и маленьких кусочков, которые приходилось варить с утра до ночи. В принципе, больше рассказывать об этом капоте нечего. Мы его сейчас зашкурили, немножко подшпаклюется, еще немножко подотрется. Мы его занесем в камеру и будем красить. В принципе, это в любом случае огромная проделанная работа по нашему проекту. И в дальнейшем весь автомобиль будет краситься. Но сейчас нам нужно подготовиться именно к завтрашнему дню. Поэтому мы взяли пару килограмм грунта черного и коричневого цвета, чтобы создать какую-то имитацию камуфляжа, хотя бы просто грунтом. Потом он будет вышкурен и уже покрашен по-новому. В общем, оставляем этот капот на совесть маляру, а сейчас мы перемещаемся в бокс, где у нас еще много незаконченной работы. В общем, мы обещали сделать имитацию «Катюши» и буквально на коленке из подручных материалов собрали вот такую пусковую платформу с имитацией снарядов. Мы не претендуем на 100% идентичность. Это все образно и сделано для того, чтобы просто придать нашей шишиге вид «Катюши». Точка на, да? Будем точка. Огонь, нормально. Я думаю, сейчас стоит это установить на саму машину и посмотреть, как это будет выглядеть. Нормально? Хорошо. Подснимай, подснимай реакцию-то. Что ты тут пишешь?
чтобы не мешать. Иди ставь кадр. Мы завтра на ютубе выстрелишь. Ну что, друзья, все, что было запланировано, мы сделали. Значит, завтра должен состояться наш выезд. Сейчас мы закругляемся и делаем пробную репетицию, но ее мы вам не покажем. Надеюсь, что вы придете под следующее видео, поддержите нас добрым словом. Всем спасибо за просмотр. Пока.